Добрый день, дорогие подводные охотники! Вот я с Виталием и с Максимом приехал на речку Курской губернии. Рек много всяких хороших, но вот нашли речку прозрачную. К сожалению, от того года в сравнении вода упала где-то, наверное, на 1,5-2 метра. И мы сейчас ищем участки, где поглубже. Мы хотели бы походиться сегодня на жереха. Вот, ну, жерех — рыба, которая ходит поверху, в верхних слоях воды, поэтому, может быть, она и не ушла в связи с тем, что уровень упал. Сом, лещ, сазан, наверное, переместились на глубокие ямы. Ну, будем искать, как обычно, да, не в магазин ходим, а рыбу ищем. Да, ну, по амуниции кратко, значит, костюм, как бы вот сарган, семерка, значит, ремень разгрузочный. Один, да. Второй добавочный, значит, нож, кукан. Ну, сплавляться, если по реке искать жереха, сплавляешься поверху, ластами практически не работаешь, идешь плечом по траве, ждешь, когда рыба выскочит на тебя. Поэтому можно даже немножко не догрузиться, если хотите нырять и на ямке нырять, ложиться на дно, по травку, под корни подглядывать, искать щуку, леща, то, конечно, лучше на реке чуть-чуть перегрузиться, чтобы можно было лежать на дне и спокойно разглядывать как бы горизонт по дну. Так, Максим, скажи, что за видимость? Ты как разведчик первый залез? Ну, видимость где-то 3-3,5. Ага. Уровень воды, конечно, упал. А какая глубина? На середину доплыл? Да, доплыл. Сколько там? Нырял, потому что без ласт. Потому что попробовал. Да. Так. Вот. 3 с копейками. Нет, а глубина какая на середине? 3 с копейками. 3 с копейками даже? Да, да. Ну, хорошо. Вот, песчаное дно, так что будет все интересно. Надеюсь. Хорошо, да, давай. Так, вот Виталий у нас тоже готовит нож. Последнее приготовление. Друзья, да, ну, потому что он обязательно, хочет... обязательно. Да, он обычно сама он берет ножом. Он не унижается, до ружья не стреляет. А идет в рукопашную. Ну, такие просто у нас смелые ребята кругом, отчаянные. Да, поэтому каждому свое. Кому ружье, кому нож. Кстати, выбираю самого крупного. Из да. 5, из 6. Хорошо. Мелочь нам. С Максом оставляет обычно. Иногда. Мы пройдем с километр вверх по течению и будем сплавляться вниз по реке. Мы с Максом ищем жереха, а Виталий охотится в свободном поиске на всю ту рыбу, что встретит на пути сплава. Искали жереха, а взяли головля. Рыба выскочила из травы стремительно, и Максу некогда было присматриваться, кто есть кто. Да и головль-то на целых 2 килограмма. А это хорошо. Язёк. Это головль. А, головль, да. Хороший, 2 килограмма. Возьми его, подними по горизонту. Сейчас, подожди, ты можешь на кукан? Давай на кукан, потому что он очень слабо держится. Я вижу. Ну вот мы с Максимом шли по течению, практически не работая ластами. Искали жереха. И нам прямо на встречу вышел головль. Хороший, 2 килограмма. Приятно в такого пострелять. Ну вот видите, вот такой. Хороший головлик, я думаю, что 2 килограмма он тянет. Да. Приятно. Ну что? Начало положено. Начало положено. Все, Макс, плывем дальше. Давай, Саша. Хорошо, пойдем. Вперед. Есть.
Жерех гуляет в верхних слоях воды, и мы стремимся не нырять, а просто плывем по течению. Чего? А, вот, как раз-то, да? Да, машина впереди стоит. Вот там, да. Да-да, вот эти палки, которые высовывались. Я думал, мы уже далеко уплыли что-то. Я тоже думал, что мы ее обогнали уже, она еще впереди. Ну да, значит, а до того места, где вот я в прошлом году охотился, мы еще не дошли. Да, мы сейчас мимо машины и пойдем туда, за поворот. Ну да. Где в том Слушай, что это было, как ты думаешь? А? Это что и было? Карась. Карась? Карась, по-моему. А я думал, вроде линь. Карась. Похож. Круглый потом, думаю, лещ, слишком спина широкая. Круглый толстый карась, я думаю. Ну, он не дал шанс, ты сам видел, да? Он прям бррр. Да, можно было в угоду ему пульнуть, но он быстро очень, да. Пугливый. Неожиданно, прям из-под ног. Очень пугливый такой, да. Прошли по реке уже около километра, а жереха все нет и нет. На этой реке охотники брали жереха до 5 килограмм. Вот он, жерех, корсар речных просторов. Вылетел из береговой травы и был взят в лед. Молодец, Максим, с трофеем тебя! Прошли мы такие в этой дивной реке жереха. Вот, значит, вот такие вот здесь рыбешки водятся. Я не знаю, я думаю, под 3 даже. Да, за 2 килограмма точно. Наверное, Валя. Ну вот наша экспедиция и наша совместная охота с Максимом, она не прошла зря. Вот ищите, дорогие охотники, и тоже найдете. Вам тоже повезет. Да, вам тоже повезет. Волшебная сила кино перенесла нас на раскаты Волги, и мы посмотрим охоту в этом районе. Наша охота на жереха увенчалась успехом. Вчера мы увидели много, но охотились на сазана, на сама и не уделяли ему внимания. Хотя эта рыба очень интересная, очень быстрая, пугливая. Его даже называют корсаром речных просторов. Такой пират. Вот посмотрите, какой красавец. Все-таки я его нашел. В засаде. Стоял в траве. Передо мной была протока, он вышел. Прямо из-за спины в сторону протоки. Вот смотрите. Максим, ну у нас все по-честному, да? Кто стрелял, тот и чистит. Да, у нас все по-честному. Абсолютно. Ты угадал на 100%. Ой, какая красота! Вот мы жарим. Что это у нас, Виталь? Жерех, да? Поставили, видите, вот прямо на угли поставили сковородочку. И я, ой, как маслица-то булькает. Ой, ой. Красотища. Все предвкушение. Красотища, да. Вот смотрите по телевизору всю эту красоту. И вот предвкушайте, да, и завидуйте. Вот так, дорогие подводные охотники. Целый день мы охотились, искали жереха, нашли и большого головля, и, в общем-то, щуки постреляли. День прошел прекрасно. Пожарили рыбки, сварили ухи, а сейчас мы выпьем за все наше подводное охотничье братство. Вот. Чистой воды вам и крупной рыбы. Будьте здоровы. Хороших трофеев.